Сереж, ты представляешь, сколько времени в канун Нового года женщины проводят, прихорашиваясь и готовясь к Новому году? Ну, я думаю, что знаменитая фраза «и все-таки она вертится» сказана не про планету, а про девушку перед зеркалом. Зато результаты этих долгих приготовлений, мне кажется, превосходят все мужские ожидания. Да, и очередное доказательство сейчас будет на сцене. Наша следующая исполнительница. Музыка Дмитрия Климашенко. Слова Дмитрия Климашенко и Евгения Муравьева. «Я помолюсь за тебя». На сцене Таисия Повалий. Между нами вновь 100 тревог и одна любовь. И когда уезжаешь ты, то дни пусты. По ночам без тебя не сплю. Я шепчу в темноту «люблю». Большое за песню. Эта песня полюбилась нашим зрителям. И сегодня мы получили все диплом. Скажи, Дима, что? Огромное спасибо Таисии Повалий за прекрасное исполнение. Ведь главное донести песню до зрителя, до слушателя. И поэтому огромное спасибо за прекрасное исполнение. Спасибо, Димочка. Женечка, скажите слово. Обязательно, конечно. Я поздравляю и вас, и Диму с Новым годом, а также и Россию, и Украину. Желаю вам счастья, любите друг друга, берегите друг друга. Ура! С Новым годом!